Не, не надо открывать. Короче, едем, едем, и тут это, питбуля увидели. Без поводка, вдоль дороги идет. Смотрите. Нельзя, не все. Я боюсь, Джуночка, это мальчик. У нас тоже питбуль просто. Девочка, держи Джуночку. Тебя внимания не обращает, а ты орешь. Ой, ты красавчик, ой, ты красавчик. Все? А может познакомиться выйти? Ты не боишься? Он без поводка. А он не кусается? Познакомиться, подойти. Но только вы на поводок возьмете. На поводок. Я просто тоже ее бы вывел. Интересно, сближены. Ух ты, какой красавчик. Сейчас мы тоже выйдем. Ну, стой, Джина, стоять. 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 Закрой окно мое. Стоять. Подальше чуть-чуть отойдите. Я сейчас хочу вывести. Ой, отстегни. Да. Ну, Джина, а ты орала там. Какой красавчик. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну, чё ты так? Она у меня такая девка с характером. Нельзя. Добрый. Добряк, да? Добряк? Да. Сколько ему? А, моей-то два. Ну, Джина, расслабься, раз ты с хороших копель, Джина, смотри, какой хороший. Это она сначала себя так вот показывает, а потом нормально будет. Девка с характером. Она за... Он заигрывает, а она вредничает, видите, ломается, ломается. Ну, понюхай, понюхай его, понюхай. А мы Зелика сюда, на Истру приехали. Покупаться. Ну вот все. У нас здесь много котов. Много? Ну вот в этом вот, в этом поселке. Там я один. Ох, Джина, тихо, тихо. Ты смотри, молодец, не отвечает ей вообще, спокойно. Тренируем. А это у него электрошинник? О, прикольно. Я тоже думаю, может взять свой. Она у меня жрет, любит подбирать всякую. Ну, вот от этого именно. Да? И... Помогает? Очень. Ну, я смотрю, вы прям вдоль дороги спокойно ходите. Да, мы до магазина рядом со мной ходим, все. Нормально. Помогает ошейник, да, вот этот вот? Нет, в основном корректировка. Я вот корректировал на то, чтобы команду нормально принимал. Ай, красавчик. Реально, добряк. И, соответственно, мы ходим до магазина пешочком. Угу. Ну, конечно, мордочка побольше у кобеля, чем у девки. Ну, Джина, ну хватит, ты уже овца. Чё ты, блин, лезешь на него? Смотри, какой пацанчик. Хороший. Не знаю. Она даже не хочет. Хорошо, давай, давай, да.
Тишина, тихо. Надо ей сказать, что все хорошее. Красавчик. Красавчик. Да, суть, по-моему, все хотят, она такая, блин. Ему годик, он сейчас на всех трудит. Тихо. Зубастая акула крокодиленая. Лапонька. Не, а так я думаю, если бы мы здесь вместе гуляли, она бы к нему привыкла. Сейчас ну, конечно. Мы с заводчиком гуляем, мы приезжаем. Я вот здесь купил участок, как раз с зеленью. Не знаю, может, знаете, Евгений Баран. А вот Евгений Баран. А выставкам ездит, все, заводчик такой, ну, зеленью. Здесь питание? Да. У него девку отравили. Руку такую, а? Уши классно лежат. Блин, а что ты ходили здоровее на ногу? На 5 килограмм. Тяжелее. Крючочком. Хорошая башка. Протаскивают, подпошившись. А чем кормить? Обычно кормить. Ну, причем на здоровье, у него аллергия. Сейчас он 8. На обычно перешли, причем, у него уходить начала аллергия. А аллергия это вот из таких вот вещей, да? Да. Вот так близко поднимается. И на хлеб его будет. Да? О, ну мучной. Овца, тихо! Поскольку в основном на мучной аллергия не должна. А так самое единичку хотел. Играться хочет. Играться хочет. Злюка. Счастливо. Ну, мы туда каждый день ездим почти. Я на работу в основном езжу, с собой его беру. Ну, потому что вдвоем живем. Меня же не любит тосковать. У меня полхат разнес, поэтому приходится с собой брать. Нет, классно. И уж хорошо, что не обрезал. Они прям так лежат классно. Ну, он прям, как бы, вообще всем нравится. Он такой прям спокойный. Классно. До свидания. До свидания. Ну, Джина, поехали. Ну ты злючка моя, акула, крокодил. Да. Все, поехали, Джиночка. Джина, поехали. Поехали. Скажи дружку, пока-пока. Пошли, Джина, иду.
Стой. Ич. Давай. Вперед. Залетай. Давай. Вперед, Джин. Ку-ку.